Всего несколько месяцев назад на месте уже отстроенного детского сада на Ташкентской велись подготовительные работы. Необходимо было учесть все пожелания жителей Кировского района. Рабочие не только возвели объект и планируют сдать его вовремя. Сейчас специалисты занимаются благоустройством прилегающей к саду территории. Меняют забор, асфальтовое покрытие, прокладывают парковочные карманы и обновляют тротуары. Полностью закончен фасад, полностью закончена кровля. Ведутся массированные отделочные работы внутри. Проговорили с подрядчиком, у него практически все материалы необходимые есть. Оборудование закуплено, торги состоялись. Поэтому тоже этот детский садик мы сдаем вовремя. Двухэтажное дошкольное учреждение примет 132 ребенка в возрасте от года до 7 лет. На первом этаже обустроят 3 группы для самых маленьких, от года до 3. На втором разместят детей постарше. Также здесь будут находиться залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога. А для удобства маломобильных граждан уже обустроили безбарьерные зоны и лифт. Отдельно позаботились о детской и спортивной уличных площадках. Они будут оборудованы безопасным резиновым покрытием. Мы хотим единым ковром вместе с детскими площадками зайти в беседки, и чтобы ни зимой, ни летом не рассыхались, ни швов не падали, ничего не царапались. Глава одобрил, поэтому мы постараемся это выполнить. Продолжается строительство детского сада и в Октябрьском районе города на улице Подшипниковой. Готовность объекта составляет более 70%. В дошкольном учреждении создадут 3 разновозрастные группы и 2 специализированные, предназначенные для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата и расстройством аутического спектра. Детский сад сможет принять 112 воспитанников. Мы видим динамику в этом детском саду, видим количество людей, количество техники и то, что какие были договоренности с подрядчиком, они все выполняются. Детские сады на улицах Ташкентской и Подшипниковой планируют сдать в эксплуатацию в декабре этого года. Параллельно строительству дошкольных учреждений ведутся работы по возведению 2-го корпуса школы на 5-й просеке в Октябрьском районе города. Новая школа рассчитана на 850 учащихся с 1 по 11 классы и 75 дошколят, в том числе детей ясельного возраста. Завершить строительство здания переменной этажности планируют в самые короткие сроки. Ольга Павлова, Василий Колдашов, Николай Епифанов. События.